Вот вы видите пень от черешни. И вот на ней начали образовываться грибы. И еще вот разные солдатики живут тут. И тут разная плесень. Вот уже начала развиваться. Плесневые грибы. Вот. И посмотрите, вот кольца. Давайте попробуем посчитать, сколько лет прожило это дерево. Ну, вот возьмем палочку и будем считать так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. 25 лет где-то этому дереву. Вот. И вот обратите внимание, когда были года теплые и хорошие, когда дождь шел, видите, вот очень широкие кольца. А когда были, вот видите, здесь узкие какие, значит, это был сухой год. Значит, этому дереву повезло. Оно когда родилось, первые года очень было хорошее время. Ну что, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и смотрите мое видео, которое вышло недавно, про воздвижение креста Господня. 27-го было воздвижение креста Господня. Пока-пока.